Ребят, всем привет! Сегодня будет такое видео, которое сделает, наверное, невозможным впредь людям, которые будут знать о том, что я сейчас покажу, будет это видео сделать невозможным рейд без C4. Почему? Потому что вы никогда больше не откроете дверь кому-либо с тотемом. Вам потому что вообще ее не надо будет открывать. Это во-первых. Во-вторых, я покажу, как сделать самый маленький домик в игре, то есть самый крошечный и минимальный по ресурсам. Для него требуется, ну вот он, кстати, сейчас и стоит. Это самый маленький домик, который можно поставить в игре. Вы удивитесь, но там есть несколько жаровин, в которые можно что-то сложить. То есть в сумме где-то 12 слотов, куда вы можете что-либо складывать. Это во-первых, там есть тотем внутри. И эту дверь вообще абсолютно не требуется открывать. Сейчас я вам, наверное, попытаюсь раскрыть секрет. Смотрите, вот так вот все это. Это самый компактный дом, который можно построить в игре. И самый-самый дешевый. Давайте посчитаем материалы. Сколько у нас требуется? 10, 10... А, нет, тут не 10. Тут сколько на эту штучку? 8. На маленькую стенку... Да, на маленькую стенку 8, а на маленький потолочек требуется 15, да? То есть 15... 3 по 8, можно вообще не ставить 3 по 8. Ну, где-то примерно около 50 камней, и вот он, домик готов. И 100 дерева. 100 дерева собрать тоже легко. Единственное, что туда не влезло, верстак, но никто нам не запрещает поставить его снаружи, а впоследствии этот домик укрепить. Смотрите, что получается, когда я, не помню, авторизован я... Так, это нет, это я залез в жаровню. Удалить точку возрождения. Да, что получается, когда я сейчас помру и появлюсь? Мне совершенно не требуется открывать дверь этого дома. То есть я вполне спокойно сейчас просто появлюсь за дверью. Тотем будет всегда, вечно просто закрыт. Вот он я. Я немножко походил, я появился рядом. Буквально это означает, что без C4 эту будку телефонную или тубзик никто никогда не зарейдит. Так, нафиг мне это не надо уже поднимать. Это всякие материальчики. И, наверное, мне надо показать вам, как это чудо построить, да? Для этого я сяду в свой новоиспеченный транспорт. Кстати, да, скоро покажу, как этот транспорт ваш сервер внедрить, для тех, кто не знает. И давайте начнем строить эту будочку. Во-первых, это самый маленький дом, как я уже сказал. То есть вы можете строить теперь гораздо раньше, не набирая основных ресурсов. Значит, ставлю маленький бетончик и на него ставлю дверной проем. И в него сразу же влеплю дверь. Теперь я дверь открываю и дверной проем убираю. Беру тотем и ставлю на самый-самый-самый край бетона. Вот так. Все, поставил. Смотрите, дверь закрываю, тотем не видно. Теперь берем вот таким вот образом стены. Нет, не таким. Вот таким вот образом стены и ставим со всех сторон. Я бы, конечно, посоветовал здесь сделать как? Из маленьких стеночек извести. Но вы можете большую, если ресурсов у вас мало, можете большую стену поставить, потом поменять на маленькую. Но давайте я уж покажу сразу. Из маленьких стеночек возвожу вот такую вот фигню. Открываю здесь дверь, ставлю, во-первых, потолок наверх. А во-вторых, теперь беру треугольничные вот эти вот штучки и делаю несколько полочек. Дальше мне потребуются жаровни. Почему жаровни? Потому что они здесь влезут. Можно использовать костры, если у вас нет жаровни. В принципе, по слотам одинаково. Ну, раз уж у меня есть жаровни, я их поставлю. Чем еще это хорошо? Тем, что на этих жаровнях, потом запихав туда уголь, вы сможете запросто... Так, почти получилось. Плавить руду. Кстати, одну жаровню, да, никто не запрещает вам поставить вверх. Вот сейчас я ее влеплю. Только что она зелененькая была. Ну, давай, 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 давай. Я почему-то взлетаю, смотрите, я взлетаю, поднимаюсь. Ладно, верхнюю жаровню я так и оставлю, пусть стоит наверху, но, в принципе, вы понимаете, да, что закинув туда уголь в эти жаровни, у меня, к сожалению, ну, есть угля немножко, то есть температура повысится очень сильно. Давайте я продемонстрирую сейчас, задать точку возрождения и просто самоубьюсь. Что здесь будет? Я сейчас сразу не буду стрелку на отбегание нажимать, я появлюсь. Он иногда там начинает запрыгивать, как-то подпрыгивать. Но я думаю, здесь не должно быть ничего такого. Сейчас персонаж, скорее всего, появится сразу же за дверью, смотрите. То есть вам тотемную комнату открывать не придется никогда. Жаровни это я поначалу, потому что вдруг вы не будете строить сразу же
большой дом. Поэтому поначалу можно туда запихать жаровни, сделать их же очень легко, ведь эти жаровни. И в них складывать лут. Допустим, вам нужно что-то ценное положить. Вы так вот жаровню раз, и туда двигатель, к примеру. Такая вот полезная будка. А в дальнейшем уже вы отстраиваете вокруг нее вполне нормальный такой хороший дом. Вот так вот сейчас я прикреплю. Не, это неправильно. Мне надо было сделать немножко по-другому. Мне надо было сейчас маленькими. Хотя нет, хотите большими, хотите маленькими. Никто вам ничего не запретит здесь. Вот, а теперь, пожалуй, еще один маленький сделаю, чтобы это был ровно квадрат. И вот таким вот образом потом в дальнейшем вы создаете еще несколько буферок, когда у вас уже ресурсы поднабраны. Но вот именно первый дом вы строите очень-очень быстро. Я бы даже советовал, знаете, как сделать? Вот таким вот способом застроить этот дом. Вот. Примерно так. Здесь сделать проем. И дверь. Очень мало кто заподозрит, что у вас здесь находится тотем почти рядом со входом. Почему-то не выбирается иногда. Вот, конечно, разработчикам надо очень многое поправить в этой игре, вот потому что иногда не выбираются большие вот эти вот кубы, иногда не выбираются большие варианты бетона. Вот, и здесь вы можете вполне там организовывать какие-то ваши убранства домашние. Вот смотрите, я сейчас сделал, тут еще одну буферку можно сделать. Это достаточно будет простой дом, то есть вот таким вот способом сюда поставим еще один дверной проем. То есть очень защищенный дом. Ну давайте я еще раз самоубьюсь, чтобы показать, что это реально работает каждый раз, даже на застроенном доме. Что действительно вам не потребуется никогда открывать комнату с тотемом, вот при такой постройке. Хопочки, а я нахожусь уже сразу за дверью. Тотем никогда. Притом, видите, нельзя допрыгнуть. Вот нельзя его никак взять вот снаружи, да, я выйду сейчас. Тотем. Ну кто заподозрит, что он у вас стоит прям рядом за этой стенкой. А плюс ко всему, если сейчас будем рейдить, да, давайте я себе пропишу. Насколько я помню, 144, если я не ошибаюсь. Ну, конечно, память не подводит. Давайте я поставлю сишку вот сюда, и мы попытаемся взломать. Там дверь открыта у меня, да? Ну ладно. Вторая дверь, которая находится рядом, пока там между стенками все это пролетит, она никак не будет затронута. То есть этот дом с одной сишки никак не зарейдить. Вторая дверь, она мне открыта, я ее так и не закрывал. Здесь у меня, что, это мой ящик? Вот, эта вторая дверь, она никак не затронута. Абсолютно. Ну там бетон чуть-чуть пострадал. Пострадал, смотрите, дверной проем. Это забавно. Че это он слетел? Ну да ладно. В общем, такая постройка, из-за того, что вот здесь вот у вас защита, рикошеты все скачут, и на ту дверь ничего не распространяется. То есть в любом случае... А давайте ради интереса посмотрим. Допустим, вот нас зарейдили, одну сишку сюда заложили, да? 144... Я почему показываю именно вот так рейд? Потому что чаще всего рейдит через двери. И это очень даже разумно. Ну, давайте на центр двери. Не знаю, мне кажется, эту дверь, конечно, вынесла бы. Но мы можем и тут перегородку поставить, так, чтобы надо было змейкой бежать. Давайте посмотрим, что получится, если здесь. Скорее всего, сейчас боковые стенки вынесет из-за рикошетов. Да, видите, я не ошибся. Да, вот так вот с двух сишек эта штука выносится. Один фиг. То есть, если бы здесь были железные, то есть металлические стены, то было бы все намного интереснее. Но, я думаю, все равно способ вам понравился. И такой дом, в котором абсолютно не надо открывать тотемную комнату, будет очень крутой и очень хорошо пригождаться. Если так, то, ребята, ставьте лайки, просто чтобы это видео раскрутилось, поднялось, и все об этом знали. И тогда будет гораздо интереснее играть для того, чтобы взламывать вот эти вот фигнюшки. Чуть позже я, наверное, придумаю, как эту хрень разломать, чтобы можно было эту фиговину зарейдить. Возможно, разработчики скоро это пофиксят. И вот так вот появляться за дверью не получится. Ну а пока используйте, и чтобы вас никто никогда ваш лут не зарейдил. Все самое ценное прячьте в эти жаровни, которые находятся в этой самой комнате. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, если вам нравятся подобные видосики, и всем пока.